И только в Эквадоре заговорили о введении налогов, чтобы хоть как-то восстановиться после мощных ударов стихии, как только что пришла информация о новом землетрясении магнитудой 6. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Страну стрясает уже почти неделю. Вечером 16 апреля в северо-западной провинции Манаби произошло землетрясение магнитудой 7,8. Погибших уже 587 человек, пострадавших более 5000. Пропавшими без вести числится 155 человек. Ущерб от стихийного бедствия может составить около 3 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы на восстановление. Как мы говорили ранее, власти вводят налоги. Граждане с капиталом более миллиона долларов будут обязаны выплатить государству 0,9% состояния. Это порядка 10 тысяч долларов.